действует уникальная система нормализации или гармонизации жизненного тонуса в организме через наши микросистемы или системы кистей, так называемая система Суджок. Удивительная помощь через пальчики, через наши ладонные поверхности. Ведь рука, кисть, расположена ближе всего при подъеме к Солнцу, то есть к космосу. Значит, оттуда мы получаем первую информацию. И для того, чтобы утром проснувшись, быть более активным, иметь хороший жизненный тонус, мы можем использовать наши ладони. Сейчас можно в аптечной сети купить вот такие интересные микротренажеры, колечки и шарики. Так как каждый пальчик, а большой пальчик у нас отвечает за систему головы, то, выполняя вот такие массажные движения, причем мужчина выполняет с левой руки, а женщина с правой, то есть разогревая пальчиков до ощущения покраснения и тепла, мы выравниваем тонус организма и даже передаем ему некую активность и, я бы даже сказала, какое-то радостное ощущение настроения.